скажите, пожалуйста, насчет вот конкурсантов, нововведения, второй день. Вы все-таки подниметесь на сцену? Будете с кем-то петь? Или вы только что-то с песней? Мне очень приятно, что участник от Киргизии поет мою собственную песню. От Киргизии? Как хит страны. То есть, как хит Киргизии. Вашу песню? Да, мою собственную песню. Вот это очень приятно, что я как бы и помогаю. А с одной стороны, задание усложнилось, да, то есть участник поет с одним из артистов. С другой стороны, очень облегчилось, потому что петь одному гораздо сложнее, чем вдвоем. Поэтому я уже пела с этим мальчиком Абеком. Вот, он довольно-таки неплохо справляется со своей задачей. А вот как он вынесет это на суд судей, это уже зависит от него. Потому что конкурс — это вот всегда вот какой-то комплекс каких-то разных штук. Погода, состояние, настроение. Как ты себя вот действительно настроишь на этот конкурс? Я всегда настраиваю себя на сцене петь, а не побеждать, не удивлять, не что-то. Вот просто петь от души. А как вы? Как ваша творческая жизнь? Моя творческая жизнь прекрасна. Я совершенно недавно выпустила второй авторский альбом музыки. Уже где-то 7, наверное, видеоработ у меня имеется. Я получила дважды звание певица года, вдохновение года, человек года. То есть получаю стабильно, скажем так, может, это не скромно звучит именно из моих уст, но стабильно получаю премии в своей стране, чем могу, что показывает, наверное, мое творчество. Любят и ценят, в общем-то, творю, пишу, всегда выступаю, представляла, опять-таки, в своей стране на международном джазовом фестивале свою новую программу «All or Nothing», буквально там в начале июня. Пела на оперном фестивале международном. То есть совмещаю и свою пишу музыку, и пою джаз, и пою оперу. То есть мне это нравится, я не ограничиваю себя рамками какого-то одного жанра.